Пресс-конференцию прокурор области провел сразу после коллегии по итогам полугодия. Вопросы возникли уточняющие относительно обманутых дольщиков, защиты прав предпринимателей, обеспечения сирот жильем и капитальному ремонту. Прокурор области в очередной раз подчеркнул: вопросы на ежедневном контроле. Работа над каждой проблемой ведется. Первый вопрос был, который к нам поступил. Поступают ли жалобы от жителей Рязани и области на проведение капремонтов, поскольку известно, что сейчас идет несколько судов по искам жильцов в связи с неудовлетворительным качеством ремонта и серьезными нарушениями технологии. Если да, то проводила ли прокуратура проверки в данной сфере? Ну, уважаемые коллеги, я вам скажу так. Во-первых, с того момента, как сама идея эта возникла, создание такого фонда в стране, органы прокуратуры, не только в Рязанской области, а по всей стране осуществляют надзор в этом направлении. Тем более, вы сами понимаете, что там, где бюджетные деньги или деньги граждан, тем более, естественно, могут быть и злоупотребления, и все, что у него, и хищение, и все, что у него угодно. Поэтому мы с самого начала осуществляем надзор на этом направлении на постоянной основе. На постоянной основе. И раз в квартал, по нашим правилам, которые мы сами для себя установили, мы обобщаем эту работу. В том числе, буквально вот к 4 числу у нас срок для всех районных прокуратур, которые нам представят информацию, чего они наработали за предыдущий квартал в сфере надзора на этом направлении. Но, уважаемые коллеги, вы должны понимать, что прокурорских работников оперативных у нас меньше 300 человек на всю область. И вы все прекрасно знаете и слышите, и видите, какими вопросами мы занимаемся. Всем, что только возможно. Поэтому мы охватить, естественно, сами все не можем. Когда у нас на плановой основе что-то делается, мы выборочно или в полном объеме проверяем что-то. А вот так на постоянной основе, конечно же, здесь нужна и ваша помощь, и помощь граждан. Когда есть сигналы, мы точечно выходим на эти объекты, привлекаем специалистов, поскольку мы не строители, мы с правовой точки зрения даем оценку тем или иным действиям и результатам работы на этих направлениях. И поэтому от вас ждем сигналов, и мы всегда на них реагируем, и тем более, когда обращаются к нам люди. Прокурор области обратился к гражданам с призывом внимательнее разбираться в проблемах и терпимее относиться к процессу их решения. Правоохранительные органы о проблемах знают, видят, но не всегда решить тот или иной вопрос можно одним махом.